Караганде наградили экипаж военного истребителя МиГ-31, который разбился недалеко от города в конце апреля. Командир экипажа Марат Едигеев посмертно награжден главной офицерской наградой – орденом Айбын первой степени. Штурман Руслан Галимзянов, выживший в этой авиакатастрофе, получил орден Айбын второй степени. Кроме того, штурману досрочно присвоено звание подполковника военно-воздушных сил. Пока Руслан Галимзянов находится под наблюдением врачей, но вполне возможно, когда-нибудь он вернется в авиацию. Награду за погибшего пилота получила его вдова. Как отметили представители Минобороны, экипаж МиГа предотвратил падение истребителя на поселок и пытался до последней минуты спасти сам самолет. Тот роковой полет он сделал все от него зависящее. И я хочу сказать ему спасибо. На сегодняшний день все детали самолета собраны. Регистратор полета, так называемый черный ящик, найден. Он немножко пострадал. Сейчас проводится мероприятие по дешифрированию этих записанных параметров. Говорить что-то, кто виноват сейчас, наверное, нет смысла. Но однозначно можно сказать, вины экипажа нет. Точная причина крушения самолета пока не установлена. Это могла быть неполадка, допущенная производителем, либо заводом, проводившим капремонт воздушного судна. До выяснения причин катастрофы все полеты истребителей данной модели приостановлены.